Вот так, фасад покрашен, крыша перекрыта, но видно, что под крышей все течет. Из-под крыши все течет, протекает везде. Везде течет. Это подъезд. Вот в таком состоянии. Острогожск, дом 55 Карла Маркса. Вот так выглядит стена после капремонта. Потолок, все отходит, обои все повисли. Окно все течет насквозь. Это вот еще вторая комната. Тоже начинает отходить. Обои все позеленело.